Үтөкүнөн сайдам сахажана эхиги бужукускай берени көрөт. Бий бары биле бүк курдук сахабыт сирин энергетикатын хачер телтенен Якутск энерго болар. Бүгүн бийги бут эрилте бели сирдернен сылжакпыт ол курдук сквер энергетика. Оны Якутск энерго түмелегер тиякпыт. Онна табага деки бар үддүк вольтах линиялар тура нергер барахыржакпыт. Интригене болууга бийгинин бирге болур. Күндік әрәтшілер Федора Попова ұлысынан бар Якутск энерго тәхегар бұманы күрдік сквер энергетиков бар. Бұмасынаны бары айдан көрбіт қолық тақыр. Онтан сегелі бұл сквер тұғынан, бұмасына тұғынан Якутск энерго электрический сетімі тұғаны сұлыспатын салай әтшіта Иван Константинович Капырин капсияға. Дыраваларын. Иван Константинович басатан тұран бұл сквер историятымызге хәлі қаған қасылаққа 190 аттан алуыдай. Бұл сквер 2-інші ғойын кесылаққа сақасыргер Якутска курака тохсус. А трендяха ян тохсус кюнюгар. Ты ничего того сегодня тебе сладка. А с такой электрической станцией он глупо-то. Улакит бита. Иван Карафун и Петр Юшмана Халайчила. Халтулернан. Он убелитир Терехиндер Ден Бидестеровулер. Улин Манна. Он учестен Сюсулга. Учестен был сквер оңылығыта. Бұтын бұл сквер олық әдетін көрдірі. Бұяққа қолығыр сақа сәрігер ол 500 сұл егер бүхілі аққым талақ болғыта, хайды бұта. Мәтшілігі бұл бары хуға 100 киловатта. Оларды 100 кепетендегі көйер, 1 киловатта кепетендегі көйер станция оңылығы қолына білеген. Бұяққа скат бар, грессер барлар екке. Рисунгор тұрады деп. Рисунгор тұрады, онына дизерлерде бастан оңылды өттір, онтын білеген машина құлақан болды. Қайды құлақан. Сонда өтшен историяны қарады қақтан ағар болды. Қады бұл локомобил, әме история лақ бағай локомобил болды әде. Бастатан тұран, онтын бұл локомобил тұғынан көрсеққа. Бұл тұғы тұғы тәрелей. Локомобил ден 2 латинске тұғы мобилистен передвижной дне. Вот, ну, то паровой, что он такой, паровоз куда. То, как и не кем-то так раз, паровоз куда по ватах, он на кине. Бастатан тоже не гнавар, то хай с вот он гар унгулу вот она. Локомобилеры, для тех, он нам механизация лахан, молотил колоры, и не вижу, куда, и для тебя. Бу, барабан бадди. И ты нам ремень хубанар, вон на дел эти удалят. Молоки колоры, он нужно на дыхать. Вон на том энергетика тут кулута, по-моему, вон на ней у пилорамана, и дюрдённер кореллера было, у руку пилорама электродвигатель, лента энергетен пилораман удалят. Ну, он электродвигатель, он не роман на кумута. На кинене, туманан, чоганан оттоблар, маханан оттоблар, онтан, дыхать, вот это, Мені Соломонан ұрттылды, әбет. Отын ол хағана тұқтағы қиымыр үліне әзі қатып жеттіға деп бұтты деп ол хағана? Мен бау болды, молотилка енді қасы ұттырын ұрттылды. Бұл қалтын генераторы әгетін өт дейді әйені. Оның ұттын бәйті ме, мені трактор күдіктені ме балдыр, әбет. Ақы жәлі әттір бұлығандық. Кенеқа ағыз киловатта генератор қолданын тұрды. Именно бұл тұрды. Локомобил. Ол ата ағыз киловаттен ағыз кепетильник бейтір ағығын 100 ватта лампыны үкейер. Мұнда кене қолығыр мұны үлелетерге 5 суыққаға 6 куб мағыз. Ол ата мұны көйден көрдіққа тұрақтар пресебеген мәні бұрақтаққа 7 кубтан әлдіғы тейбәккен. Ярастан ұлдығын ағыз көп болды. Чәчөрнөр тұтынан бей пресіп мағысы көп. Барағына ұлған әбет олады деген? 3 тонны ұны сер тұтты. Оттулар сірі бұла. Оманан оттулар манан тұтты. Тауы мағынны болды. Барын сұлаға 206-13 сағығын болды. Бұл ақамобил 1905 сұлаға Москваттан ағылылы бұтты. Германскай. Генерик Ланс заводы ұрынғылды өт. Бейін-бей сұлаққа ол үймекәңі ұртты болаған, құрдымнақ нәйлеген ұртты болаған әгір ағылылын
للابد بس تك ماشيني هنا جينتيل بيتر وسيدي جينتيل للابد بلا كما تيجي كهو زنامي ورجل كواليرا جدرا مطلوب انت خلنا بارش للابد تر من نكلا كما تيجي أقول من أتسمع بيوم وصل دعنا براعي جيزم أعطى دلالة إنه إنك مهما ما تركت كره جن كربته لم بشر أي مثلاً دلالة أنتم بكم نيتن خبرة سيد دي أخ بس خلنا كاست دي خبرة أقوم هنا صدر عن أمنو تي تو راحن بارو بدر بتا بديكم خبر بوار Ортобалаганга дизельная станция турар уже бета автоматическое управление лагин булунсеп, потому что ахнерге блин он нога ляха сайнернере. Ну нога. А то нога полла блин. У кине агасере киловатта полла. Блин. Блин он нуку бата. Ксения, добрый день. Мы находимся в вашем музее, который находится тоже в здании Якутскэнерго. Очень красивый современный музей. И давайте начнем нашу экскурсию в историю и в интересные... Я макеты уже вижу, очень интересно. Да, музей трудовой славы Якутскэнерго был создан к 50-летию компании в 2012 году. И уже с 2013 года начал активно принимать посетителей. Чаще всего у нас бывают здесь студенты среднеспециальных высших учебных заведений, обучающиеся по профильным специальностям, то есть будущие энергетики, которые, возможно, тоже будут работать у нас в компании. Конечно, это им интересно. И история энергетики Якутии очень богатая и разнообразная. Впервые решение о строительстве электростанции было принято в 1905 году. Авторами его были якутский губернатор Иван Крафт и городской глава Петр Юшманов. И уже в 1914 году первое уличное освещение и первые 200 домов были освещены первой якутской электростанцией, работавшей на локомобиле мощностью 150 лошадиных сил. Конечно, это было все в новинку и, по сути, было, наверное, чудом для людей того времени. Но со временем электропотребление, безусловно, росло. Появлялись частные электростанции. Вот один из предпринимателей села Качикадзе, Семен Барашков, был инициатором также ввода первой частной локомобильной электростанции. Ничего себе, в 14 году? Да, это более 100 лет уже энергетики Якутии. А вот так выглядел первый локомобиль. Ага. В Якутске который, да? Да, который работал в Якутске. Он был в деревянном здании. И на месте этого здания, поскольку от него пошли электрические линии, впоследствии строилась большая электростанция, уже полноценный объект большой энергетики. Нынешняя Якутская ТЭЦ, тогда она называлась Центральная электростанция. И она была введена в 1937 году, к годовщине Октябрьской революции. То есть эту дату можно как бы назвать такой вехой да, энергетики Якутии. Развитие именно энергетики, да? Все верно. Со временем центральная электростанция была переведена в статус теплового источника. Сегодня она уже в основном вырабатывает тепловую энергию. Поскольку позже, в 60-е годы, появились другие энергообъекты, которые были гораздо мощнее, в десятки, в сотни раз мощнее и обеспечивали электроэнергией уже не только город, но и близлежащие районы и всю центральную Якутию. А на западе Каскад-Вилюйский ГЭС обеспечивает электроэнергию по сей день западный энергорайон. Вилюйский ГЭС. Да, в 67 году была введена в эксплуатацию Вилюйская ГЭС. Это уникальное сооружение, первая в мире гидроэлектростанция с каменно-набросной плотиной, построенная на вечной мерзлоте. Да, действительно уникальное сооружение. Вот две электростанции по правую и по левую сторону от плотины объединены в большой энергообъект Каскад-Вилюйский ГЭС. 67-й год, да? Да, 67-й год. Это
позволило активно разрабатывать месторождения алмазов и других полезных ископаемых. Вообще дало толчок к развитию Западной Якутии. Позже стали осваиваться энергомощности и Южной Якутии. В 83-м году была построена Нерюнгринская ГРЭС. Благодаря ее энергетическим мощностям стали разрабатываться угольные месторождения. Ну и Южная Якутия – вот такой действительно молодой регион с его городами вот, современной Нерюнгри. Да, опорные энергетические пункты – это вот в Южной Якутии – Нерюнгри, в Якутске – для Центральной Якутии – это ГРЭС и ГРЭС-2. На западе – Вилюйский ГЭС. А северный энергорайон у нас децентрализованный, там действительно очень сложно прокладывать линии электропередачи, поэтому энергоснабжение осуществляется от районных локальных электростанций. В основном это дизельные, но сейчас и очень много солнечных электростанций уже работает. Возобновляемая энергетика в республике активно очень осваивается. Энергия солнца, ветра, вот Тиксинские ветродизельный комплекс, впущенный в эксплуатацию в позапрошлом году уже, тоже экспериментальный проект и в то же время такой передовой. Действительно, наша республика всегда на острие новых тенденций, в том числе и в чистых возобновляемых источниках энергии. А здесь представлены и варианты нашей спецодежды. Сейчас она уже немножко изменилась, но это такие базовые образцы, которые показывают, в каких суровых условиях работают наши сотрудники. Специальная форма разрабатывалась по заказу нашей компании. Она утепленная, там есть еще и теплая подстежка, потому что чувствуется. Все материалы современные, очень эргономичные. Чтобы работникам было комфортно, это, например, форма сотрудника энергосбыта, контролера, который ходил и осматривал приборы учета в домах и по частному сектору, и по многоквартирным домам. То есть всегда и в мороз, и в тепло эти люди на своем боевом посту. Гена работает, да? Но я чувствую, что она очень легкая, но в то же время она очень морозостойкая, да? Получается? Она очень теплая. По себе могу сказать, проверенная. Один из самых современных следующих наших объектов – это Якутская ГРЭС-2. Да. В ноябре 2017 года был пущен в эксплуатацию этот объект. Очень большой, современный. Это чистая энергия. Если вы там побываете, вы не увидите там в машинном зале людей. Но автоматизировано. Все автоматизировано. Рабочая смена состоит из очень маленького коллектива. Все просматривается на компьютерах. Все суперсовременное и надежное. Вот такие вот у нас получаются машины, да? Да, это на этапе строительства снимки, но вот в таких они коробах закрытые, поэтому все очень чисто. Шум небольшой в машинном зале. Как сказать, позволило, наверное, больше вот мощности больше, и вот автоматизированность такая появилась, да, вот Якутская ГРЭС. Якутская ГРЭС-2, да, это один из самых мощных энергообъектов на всем Дальнем Востоке, введенных в эксплуатацию в современной истории. И он позволил расширить энергопотребление Якутска, прилегающих территорий, сделать более надежным энергоснабжение всего центрального энергорайона. А сейчас, поскольку с 2019 года мы уже работаем в единой энергосистеме со всем Дальним Востоком, эта станция в том числе осуществляет и переток электрической энергии для поддержания этого энергетического баланса и в других регионах. В Амурской области, да, в Еврейской автономном округе. Поэтому вот это вот очень важный энергообъект. Наряду с Якутской ГРЭС он объединен в единое предприятие Якутская ГРЭС. И один и два получается. Один и два получается, да, вместе. Это единый коллектив. И он позволяет
уже потихоньку устаревающим газотурбинным установкам первой станции выводиться в резерв, берет на себя нагрузку. Сейчас уже разработан проект второй очереди Якутской ГРЭС-2. И в скором времени, ну, по проекту, она будет построена и также в едином комплексе будет обеспечивать электроэнергией и теплом центральный энергорайон Якутии. То есть это есть такой уже проект, да? Проект уже утвержден и уже началась стройка. То есть у нас три таких будет больших станции, ну, как обеспечивающих нашу энергетику, да? Первая станция Якутская ГРЭС, она постепенно будет выводиться, и именно на ее площадке будет строиться вторая очередь Якутская ГРЭС-2. Понятно. Создаем все условия для развития производства и в Якутске, и в самом густонаселенном центральном районе Якутии. Тут вот я вижу потрясающие макеты. Да, это макеты наших энергообъектов. Это ГРЭС-2, самая новая, самая молодая. На двух площадках расположена эта станция, большая часть наверху на горе, и внизу еще один цех, который отвечает за подкачку, за подготовку сетевой воды и дальнейшее направление по трубопроводу уже потребителям. Это Якутская ГРЭС, первая историческая станция, которая уже скоро будет 52 года. Ну, вот каскад Вилюйских ГЭС, да. В мае, в начале июня, приблизительно в это время, самое зрелищное, наверное, действие происходит, это сброс воды с водохранилища для поднятия уровня воды в Вилюе для судоходства. Ух ты. Представляете, вот огромный массив воды по водосбросному каналу вот этому проходит и с таким ревом, с пеной выбрасывается в основное русло реки. Это очень красиво, люди специально приезжают посмотреть. И самый исторический объект нашей энергосистемы, действующий, Якутская ТЭЦ. Сама станционная площадь небольшая, а дополнительные постройки занимают большую площадь. Наша компания работает по территории всей республики. За север отвечает наше дочернее общество «Сахаэнерго». Тут и дизельные электростанции, и солнечные, и на самом севере, на море, ветродизельный комплекс. Кикси, который, да? Да, Кикси. То есть вся Якутия? Вся Якутия согрета. Обеспечивается согрета. Светом. Десятитысячный коллектив нашей компании, очень сплоченный, профессиональный. Люди случайные тут не задерживаются. У нас работают действительно те, кто верит в свою работу, кто любит, кто понимает, какая большая ответственность лежит на всех нас, потому что мы обеспечиваем самыми главными, жизненно важными ресурсами, светом, теплом. На севере это самое главное. Күні көрәсер онтан мен кәніне бәр. Сағабыт сегі сүрбөйіз үйе бір самы улахан масштабынай, уникальный әбейегі тұрар дедіқ бен әксіз патын болу. Бұ өліне өрісініңе үрдік вольтақ линиялар тұрағынары болар. Бұ мен кәніне бәр бастықы апората тұрар сүйістеудің метрілік. Онтан бұ декке астық бұтына беге өліне өріхінен өсі бір, өсі ікке онлық күрдік әме улахан арымы тоқ объекттері көрәбіт, апоралары көрәбіт. Жа бұныңы, анараңы өрісініңе бар сәтті ұлыс энергиянан қатшылдан тұралылар. Жа бұл арымы ұлыған бейге энергетика бұтығар сүйіне ұлыған аролу аңя бұд тұту тұғынан бүгін бейге білек біт. Лайсы дұраба, бұл әйге арымы ұлыған бұл переход конструкциятын көрер істер жан болағыт. Бағасы көпсәнер басыдан тұрын бұл конструкция характеристикатын ентергерге. Это бассейн турель, так она линия моя табага я натанер, КВЛС 10 киловольт моя табага. Та характеристика это так она была линия Леона Рюсненко бар, без ангар километров гна, алта пора бар, тюта пора там аннек был улахана пора дар, сюс тюдем метр лехтер. Бир пролета пора то на пора для максимум
километр стоюсь бара. Потом обычно где-то километр полтора брали. Плюс опора в них своя, просто гигатура. Бир опора в лана, только рус сорта тур, потом чуть-чуть гигатура. То у нас своя, это ариэтен. У нас еще своя, будана на ладу-дута, где-то в бачи метра. Будан тоф кулар лакель бахтула. Да, муса харе ртал джамадан кэн. Великий джип тоф кулар. Мы за того, что мы сюрик питаны варка. Учет на аде. Да, конечно. Ну, хас вольт, мана нин ахары не хлора идил от тофту балаха. Ну, то было так, линия габарит 220 киловольт, да? А так, по факту, 110 киловольт ахар. 110 киловольт. Безопасность тюрьмы там 600 вольт котла, которого смотрите яка. А у каска тарида, когда какие сразу дар, когда таким яка. Но олень там она такая ола баллар, категорически яка. А нам манник юхай держит такая, а нам манник тухтага ин такая была хотя. То она привести мы страховочный привести мы. Кирилл. Нека она страховочный привести берет. Он стропар. Ага, страховка была. Страховка вара. Ага. Он и левит, так вот. Если он алкаска, он калтери да хахая да ха, он и на халамба. Икки вара ведь? Икки вар. Бирин иля. Ага. Так он, и кино глянь, маринг на сюда дальше ходи, чтобы постоянно связь была. Постоянно тут благодарку. Да. Между там у нас своя таратом была, а так у гэта тухтар барды типовой опорала. А так бу типовой девепин, мона специально Москва, институт кахандара, он бутер это специально бу лены через переходка. Солнечные мона батареялар барды не стивитим, а тух нанка всех это? Солнечные батареялы тридюс бэхэс опора баллар, светограждение барды, кэхэ харангадар умайлар бэлэр, автономно утронэрэллэр. Эти тенденциозус, а он бился линегер, хеттелус или линегер улустра баре дизельная электростанция лагалар буттера, ол расходун у нас стоимость кочетарелар проект будет нан линер дунен переходом ухолдар дембол бута, ол переход тоосулу бухан ухолдар бута, кылгастык характеристика тенкерсетаха ухуна бился алта километр дах линия, алта улахан опораттан турар, он примерно средняя уддуктора 600 метров уддукта опоралар. Кылгастык история тан касаятаха эти туту тоосулу бы хабарыгар хамы сложная опората үс номер да опората кине лиене орто тугар аригатурар оно туталларыгар хүббе метрелях дириңнях катлаван кахан баран оно хүббели метрелях свая кахан түхэрбиттере. Ол диаметрі 1 метрілік, оны хүббе метрі дірігіне сывайылар. Оны барытын японская станоктарынан оңыр бұттыра, оны параллельно ұтын насосына станция тұтан, оны қачайдылдар еті. Ол қачайдыр мощностыра, әте білген, Джокускайға бар водозапор құрды мощностыра насостарынан қачайдан ұтын ұлалар еті. Оны тағанын ол 111 онлық сывайы түйерен баран, ол сывайыны барытын, бетоннан кәсіптері, ол бетонной мощной свая, онна фундамент үрдігер 104 метрі дүктәк 300 тонналақ опорыны тұтан тағар біттері, ол опора 980-тен тұрар әті. Конечно, 980-тен тұталары проблема болан, үләбетін тұқтұтан, онна өссі 2 сылға баран 900 тұтан тағар біттері 80-тен. Негенен тутан бите линияны тыгынча 911 лаха битерен уже эксплуатация келер биттере. Ол кил битен кеннеттен өсе бие проблемы вескай бите, эти биеха ленер дүнен тыаллар баллар, ванна
температурное воздействие волан постоянно линия вот то вибрация какие бите. Он вибрация тем утен провод тогда бы сталлар это он опора болта та эхлен толлан кален тюхерете. Он болталар бы соннера он алтон без миллиметр сонна болталар эхлеллер это. Олихин тох он проблемы Оргресс, Москва, Ильден, ол проблеманы тағаран, ол научно-исследовательский институт өңетінен оңырон, ол суаттан білеген петлевые антивибрационные дені тұрып бұттыра, петле аңығылар, ол кәнеттен вибрация ото хитан қалды. Урыталар болла қаты берек кәтейдіға опорат теркәлің дағаны ото хүмлет түйе құрдық ғул бар еді. Білеген онлық қуақ. Ол кәнеттен аварийна ситуациялар бітемен сүп бүттірі. Бұл солтатың тәңнен құрдақы үріс ұңғыр тұрар ұлыстары бардың электричесінен қатшығыға оны нәхеленіне олығы әчәпчі әңер бардығар. Именно ол переход көмөтінен бол бұды. Күнді көрәкшілер бұқұрдық бігеге Якутск энерго тәрілті бәлес елдерінен сұрытты бұд. Мен бүгін білбәдақпын білдім, көрбәдақпын көрдім, сөқтім, әйеқі меулыз интригенай бол бұды бұл өден әрәнәбін. Манан бері бүттім үттенәр, қасқын айуын берің арчастан. Бұжы құсқы берені көрігі үтін ұмныман, көрсөқ қадері.